Thank you.
болезнь разошлась. Через чего? Как ближе-то, Саш? До вагонного. Ой, в смысле, до старого моста как ближе? Не, ну тут ситуация какая? Олесик к старому мосту, Игнат на речной. Тебе-то вообще в южный. Не, ну ей наверное, что вам надо. Да, вот тут получается туда мы идем, потом вот так. А по этой стороне там получается как бы напрямик, но тоже через мост. Так, в принципе, примерно одинаково. Нет, все равно. Ты еще хочешь накрутить? Я думал, ты сейчас сразу напрямик поедешь в южный. Через это. Через рощу. Через Первомайку.
Сейчас. А в темноте все равно ничего не видно, да? Или как? Я, возможно, доведу Олесю до дома. Там поеду домой. А-а-а. Ну, поехали тогда лучше сразу здесь. Ну, я имею в виду через Николу Мальцу. Это поближе будет. Все. Что, вниз? Так, вниз или... Ковки еще давать. Ну, завтра отдашь. Я могу снимать. А как ты доедешь? Лучше не надо. Тут через город холодно сейчас. Завтра отдашь, все. Так, что, через переход или здесь снизу? Поехали снизу. Может, через переход? Просто через переход там идти как бы вверх-вниз по ступенькам. А здесь залезать по песку. Давайте по ступенькам, да. Для разнообразия. Есть для велика сделана эта железная фигня. Крутые.